Так. Полиуретан, заливка, состоит из двух компонентов. Компонент Б, вот оно. Вот, компонент Б. И компонент А. С компонентом А проблем не бывает. Он как сгущенка. Температуру хранить любой, при любой температуре можно. И сразу использовать. Это смешивается один к одному. Вот компонент А, вот он. Компонент А. А компонент Б самый геморройный. Он портится, во-первых, долго не хранится. Во-вторых, мы его греем. Надо его нагреть, но не больше 80 градусов. То есть близко, если поставить, то он спекается. Вот, мы нагреваем, лучше на водяной бане. То есть воду поставить горячую, и все. Видите, он прозрачный, как мед. Вот он. Прозрачный, как мед. Вот такой он должен быть нормальный. И температура должна быть хотя бы 23 градуса. 25 градусов, вот. Текучий, прозрачный должен быть. Когда он приходит, подмороженный, он как кусок воска. Вот. И когда расплавится, он становится и белый он, а потом, когда расплавится, он желтый. Вот. Перегревать его нельзя и замораживать его нельзя. То есть заморозить можно, оттаивать, а если перегреть, то он портится. И он боится воздуха. То есть не самого воздуха боится, а боится влаги, которая в воздухе. Потому когда его, вот крышку с него самое трудное снимать. Вот когда его закроете, компонент Б, вот он. Когда закрываете, мы все время его закрываем, тоже скотчем заматываем герметично. Этому компоненту А это не страшно. А компоненту Б надо крышку тут же закрывать. Сразу заматывать скотчем. Вот сейчас мы срезали и греем. Потому что он сразу коркой покрывается. Короче, с водой связывается, как я понял. Вот. Сейчас.